моменту, год с момента выдачи вам разрешения на работу, да, вам выдали в ноябре месяце 2013 года. Вам нужно за месяц ранее выехать, потому что вам надо брать напряженность потока граждан для того, чтобы... Вот сейчас 10 дней по регламенту, а ФМС берет 1,5-2 месяца. Вот значит, за 2 месяца вам надо уже выехать, подать все документы, чтобы до истечения старого патента у вас на руках уже к этому моменту был новый. Старый аннулируется сразу, если вы не проплачиваете по нему налог, вы будете проплачивать по новому налог. Вы можете оплатить максимум патент за 3 месяца. Значит, ваш патент, даже если вы выехали с территории Российской Федерации, будет действительным максимум 3 месяца.